На Самарской набережной прошла акция сотрудников ГИБДД «Научи ребенка ПДД». Для детей и их родителей работали несколько площадок. Главное – кинопоказ обучающих роликов под открытым небом. Также для юных участников дорожного движения провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих знаков и показали им работу эксперта-криминалиста. Акцию посвятили профилактике детского травматизма на дорогах. У нас проводится достаточно очень много мероприятий, направленных на профилактику травматизма. Одно из мероприятий, которое сейчас в городе Самара проводится ежедневно, это называется мероприятие «Праздник двора». Сотрудники госавтоинспекции выезжают в дворы, где непосредственно с гуляющими детьми и с мамами на площадках проводят беседы. Младшему поколению сотрудники ГИБДД сейчас уделяют особое внимание. Количество ДТП с участием несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом увеличилось. За 7 месяцев 92 случая, в которых пострадали 97 детей.